Привет, друзья! На нашем канале с влогами Super Family мы обещали вам рассказывать обо всем, что происходит в нашей частной личной жизни. И в частности, о ремонте в нашем новом доме. И, наконец, свершилось! В нашем новом доме готова первая комната. И это ванная комната. Да, сравните до и после. Ну, почти готово. Почти, да, почти, почти. Чуть-чуть осталось. Сравните разницу. И я. Куда дальше? Куда дальше хочешь показать? Туалет. Дима хочет показать. Ты действительно хочешь показать туалет? А что? Вот это у нас ванная комната. О! Тим, ты действительно хотела это показать? Тима, пошли, тут как бы особо ничего пока показывать. Нет. Ну мы покажем, когда будет красиво, покажем. Ребята, пишите в комментариях, вы хотите увидеть, как тут будет все, когда уже будет ремонт? Да. Нас принимал участие в ремонте. Например, мы с Эммой выбрали вот эту замечательную плитку испанской коллекции Emigres. Она очень красивая. И шикарную мебель для ванной комнаты Aquaronos. Выбирать плитку и мебель просто. А вот у нас с папой была более сложная задача. Выбрать самую крутую и самую современную сантехнику. Ну и что сложного в том, чтобы выбрать унитаз? На самом деле сложностей много. Современные унитазы сами открывают и закрывают крышку, автоматически подогревают сиденье и осуществляют смыв, и даже сами себя очищают. А помимо унитаза у нас с папой еще была очень сложная задача. Выбрать гидромассажную ванную, смарт-вытяжку и современный полотенцесушитель с таймером и регулятором температуры. Ого! Обо всем в одном видео и не расскажешь. Предлагаю сегодня рассказать о полотенцесушителе. Мы по отзывам в интернете выбрали самого крутого и инновационного производителя – Марио. Это белый глянец. Еще можно выбрать черный мат, бронзу, золото, сатин или классическую полированную модель. Белый глянец – это просто идеально для нашей светлой ванной комнаты. И здесь столько полок, поместятся все полотенца. Да, эта модель премиум люкс с увеличенной площадью нагрева. А всего у Марио больше 280 моделей. А электричество он много потребляет? Совсем мало. Номинальная мощность всего 160 Вт. Но работать он будет не круглосуточно. У этой модели есть таймер регулятор. Можно настроить время его работы на 3 или 6 часов в сутки. Кроме того, можно установить температуру нагрева. 40, 45 или 50 градусов. Это помогает сэкономить до 60% электроэнергии. Здорово! Давайте скорее его устанавливать!
включается он где? А розетки нет. Я приобрел встроенную систему монтажа. Спрятана она вот здесь. Кроме того, здесь есть инновационная разработка Марио – коннектор, который позволяет подключить полотенцесушитель с любой стороны. Здорово! А как насчет экологической безопасности? У Марио есть европейские сертификаты качества и безопасности. Я проверял. Да, в процессе производства используется экоприпой без свинца, олова, ртути и кадмия. Все экологически безопасно. Мне очень нравится. Не пропусти следующее видео. Будем устанавливать и тестировать гидромассажную ванную. Ссылку на магазин полотенцесушителей Марио я оставил под видео.